когда целая эпоха уместилась в одну картину. Известный волгоградский художник и геральдист Владислав Коваль завершает работу над картиной-трансформером «Эпоха». В ней он отразил основные вехи истории страны 20-х-50-х годов, которые так или иначе связаны с именем Иосифа Сталина. Над новым полотном, которое состоит из 4 отдельных частей, Владислав Коваль работал 8 лет. По его словам, эпоха созвучна с житием святых, которое изображается на православных иконах. Эти жизнеописания, плавно перетекающие одно из другого, создают такую коллажную систему, но в то же время узнаваемую по хроникам, по документальным материалам. То есть то, что мы на памяти нашей исторической, мы содержим в своем сознании, и это дает возможность нам узнавать нашу историю, нашу эпоху. Каждая часть картины «Трансформера», словно монета, имеет две стороны. При разном положении полотен в коллаже меняется и суть картины. Реверс. Аверс. То есть смена композиции, смыслового значения картины. Художник признается, те, кто уже смог увидеть эпоху воочию, были потрясены этой картиной-трансформером. Среди них были и известные в стране люди. Никита Михалков, который просто был в шоке после просмотра этой картины. И даже мне показал рабочий материал «Утомленное солнце 2», когда оно еще только было в рабочем материале. То, что вдохновило его, эта работа. Однако показать эпоху широкой публике Владислав Коваль согласен только в одном случае, когда Волгоград вернет свое историческое имя. Царицын на Волге, город-герой Сталинград. Анна Рублева, Петр Лукашин, v1.ru.